С 1 июня в павильоне парка «Маяк» работает выставка «Морская азбука». Недавно была выпущена небольшая книга с красочными фотографиями и рассказами о том, кто обитает в отливной зоне Охотского моря. Таким образом, некоммерческая организация «Артсоюз» просвещала как детей, так и их родителей. Сегодня должен быть последний день, когда работает выставка. Однако по просьбе многих магаданцев ее решили продлить еще на 2 недели. Сегодня мы провели такой праздник. Ну, во-первых, освежили знания детей, потому что все они летом здесь побывали в группах или с родителями, освежили их знания о том, что же за морские зверушки, какие водоросли водятся у нас, как называется наше море. Потом у нас была игра, тоже связанная с морем. Ну и вы наверняка видели двух замечательных персонажей. Это Камбала и морская звезда. Такие, хоть и не разговорчивые, потому что морская живность, но они с детьми провели время и потанцевали с ними, сфотографировались. И, конечно же, такая, знаете, изюминка нашего праздника – это то, что дети раскрашивали вот эти картины. И мы каждому классу дарим еще уменьшенные копии этих картин, раскрасок таких, чтобы они могли дома или в классе продолжить эту работу. Из-за того, что сегодня много детей приедут на эту выставку, классам не разрешают раскрасить весь рисунок целиком. Поэтому только последняя группа ребят, которая примет участие в этом мероприятии, сможет нанести заключительные штрихи, чтобы завершить картину. К слову, сегодня выставку посетили более 5 классов, а всего за лето около 3000 магаданцев, как самых маленьких, так и взрослых.